Наши коллеги из пресс-службы МВД провели очередной рейд. Столичная набережная привлекает иногда вовсе не туристов. Эти места облюбовали любители выпивки и кальянов. Их здесь можно увидеть чаще, чем пешеходов или велосипедистов. Поклонники дымительных смесей встречают полицейских удивленными взглядами. Стражи порядка в очередной раз напоминают: набережная не место для курения, законом это запрещено. Сотрудники хотят убедиться, что в кальяне табак и незапрещенные вещества. Поэтому отдыхающих отвозят для проверки в столичный отдел полиции. Через десятки метров очередная компания. Здесь и градус веселья выше, и людей больше. Не смущает выпивающих и ребенок. Сотрудники полиции прекращают шумное застолье. В отношении матери несовершеннолетней составляют протокол за распитие спиртного на месте совершения правонарушения. А мужчин просят сесть в служебную автомашину. Нетрезвую компанию стражи порядка доставляют в отдел для дальнейшей проверки. Меня очень расстраивают люди любого возраста, которые в нетрезвом виде по улице, простите, шляются. Конечно, это видят дети, конечно, это видят подрастающее поколение, подростки. И, разумеется, они воспринимают это как должное. Я против этого. Я хочу, чтобы молодежь занималась спортом, проводила культурно свое свободное время. За короткое время сотрудники полиции выписывают около 10 административных материалов. Отдыхающие, как один, недоумевают. Распитие пива и курение кальяна им не кажется серьезным правонарушением. А некоторые и вовсе считают, что пьяные посиделки в общественном месте разрешены российскими законами. На территории Чувашской республики участились факты распития гражданами спиртных напитков в общественных местах и на улицах. МВД по Чувашской республике предупреждает, что за данное правонарушение предусмотрен административный штраф. Сотрудники полиции целенаправленно ежедневно проводят мероприятия по изъятию с улиц данных граждан. Сотрудники полиции напоминают, незнание законов не освобождает от ответственности. Нарушителям придется выплатить денежные штрафы. Набережный Чебоксар под пристальным вниманием стражей порядка будут находиться до конца летних каникул. Они по-прежнему будут проверять отдыхающих и выявлять безответственных граждан.